don't you understand? О, Лен! Лен, где Лёха? У нас через час зачёт. Ну, в общем, мы его потеряли. В смысле потеряли? Да ему обязательно надо быть. Нет. Man, look, wind been blowing on my back. За два дня до этого. Пацанов будет море, я уже со всеми договорилась, со всеми списалась. Лен, да куда я пойду? Меня мы вообще никуда не отпускают, еще следи за мной постоянно. Ой, ты скажешь, что спала, он все равно уезжает, ну или вообще скажешь, что у бабушки была. Ну ладно, пойдем. Лен, а как ты считаешь, наш конферанс возьмут на галку? Да, но это уже совсем другая история, и говорить о ней я, конечно же, не буду. Идите вы уже на свой посвят. Не нужно подготовиться к зачету. Ой, да все ты сдашь. Как говорится, по святу время, а зачету автомат. Туки-туки, йо-хо-хо. Я к вам с подарочками пришла. Свет, а как ты так сделала, чтобы ты светилась? Ну, короче, общий свет приглушается, и пушка на меня выводится, да, Кис? Ой, Свет, классно, шавуху принесла. Блин, целый день не ели, спасибо. Круто вообще. Пошли. Я не пойду. Мне нужно учить. Да мне плевать, иди собирайся. Кстати, мы кое-что забыли. Главный закон посвята. Все, что было на посвяте, остается на посвяте. Ну, кроме ведущих, мы с тобой забираем. Чего, и Селика тоже? Ну что, ты его потащишь? Ой, давайте уже пойдем. Я хочу объявить наш концерт открытым. Мы все студенты, люди, которые однажды изменят этот мир. Так давайте же учиться на ошибках прошлого и никогда их не повторять. Hey.
Порой в жизни наступают такие моменты, когда нам сложно принять решение, когда наши чувства расходятся с нашими мыслями. Где-то в очереди за 7-м айфоном. У него 7-й айфон! Экстренный выпуск новостей! Вышел айфон 8! Столкнулся автомобиль полиции и мусоровоз.
Итак, представьте, в семье рабочего хлеб завода. Дорогая, в магазин что-нибудь купить? Хлеба, дорогой? Больше не надо! У нас весь дом в хлебе! На занавесках мука! Из пола рожь растет, дети черные, как хлеб! Петенька, солнышко, иди сюда! Друзья, а совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу в России. И сборная России будет открывать этот матч. Итак, представьте, случай на поле. Да, мужики, может быть, мы сначала проиграем, а потом будем отмечать? Друзья, все мы в детстве играли в игру «Сломанный телефон», и в каждой игре был парень, который коверкает слова. Итак, представьте, этот парень. Это было молоко? Вообще-то это был хлеб. Я же сказала, хлеба больше не надо! Поначалу многие первокурсники долго ищут свою аудиторию. Итак, представьте, случай в универе. О, это я удачно нашел. О, это я удачно нашел. Вы отчислены. А, это я неудачно нашел. Итак, представьте, случай в детском дворе. Я выбираю ее. Джоли, теперь твоя очередь выбирать детей. Друзья, что вы хотели сказать своим... Извини, Руслан, можно я тебя перебью? Да, конечно. Ребят, я хочу сказать от лица всех первокурсников. Смотрите, это я. Погоди, погоди, чего за фигню ты сейчас сказал? Давай на современном языке. Ладно. Вот это я! Ну я пошел. В смысле? Чего за дела? Мы так не договаривались. Как не договаривались? Эта песня везде, она меня бесит. Зашквар полный! Стой! Встал на место! Продолжай, мне нравится. Сам продолжай. Да, анонс, спасибо. Первокурсников, я поздравляю с посвящением. Уверен, что политех подарит вам незабываемые моменты. И в первую и последнюю следующие сессии вы сдадите на отлично и только на отлично. Ну а я пошел к бабушке. Вы со мной? Одинокие сердца, мы с тобой
Right now I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle.
чувства, что ты сказала. Thank you.
того, что ваш друг у меня. А вы украли у меня мои ответы на зачет. И если вы их не вернете мне, то ваш друг никогда не попадет на зачет. Никогда. Не-а. Все, до свидания. Блин, Свет, нам срочно нужен зачет. Чтобы мы получили ответы на зачет, чтобы вернуть Леху, Свет. Может быть, сами напишем, не? Да давайте лучше купим, что париться. На что купить, на стипендию, что ли? С каждым годом на факультете управления и социальных коммуникаций студентов, получающих стипендию, становится все меньше и меньше. Студенты, получающие стипендию на ФУСКе, как амурские тигры. Их осталось 36. 35. Короче говоря, меня бросила девушка. Я ждал от нее сообщения. Сообщения не было. Пришло СМС. Я обрадовался. СМС не от нее. Я огорчился. Это был Альфа-банк. Пришла стипендия. 15 тысяч. Забыл про девушку. Шикарно. Прощай, бедность. Здравствуй, чистый пупок. Окей, Google, купить щетку для пупка. Я заказал. Нужно было ехать в универ. Окей, Google, прокат лимузина в Твери. Лимузин приехал. Я сел. Поехал. Чувствую себя сыном депутата. Подъехал к универу, попал в пробку. Из лимузина. Стипендия пришла не только мне. Сижу на паре. Препод какой-то скучный. Странного комитета, особенности концепции внешних эффектов в институциональном анализе макроэкономики. Купил диск и шар. Пришел в общагу. Душ не работал. Окей, Google, купить надувной бассейн. Захотелось есть. Надо было лепить пельмени. Но мне лень. Я заказал устройство для лепки снежков. Захотелось чего-то необычного. Заказал пельмени. Шучу, не пельмени. Заказал печеньки с предсказаниями. Пришло СМС. Альфа-банк. Я обрадовался. Баланс 14 рублей 40 копеек. Я расстроился. Начал гуглить. Как выжить на 14 рублей 40 копеек? Он выдал. Ошибка 404. Депрессия. С горя начал есть печеньки. Читал предсказания. Скушай печенье и жди приключений. Вы на верном пути. Веди блог. Я создал канал. Появился первый подписчик. Ого, я популярен. Он отписался. Неожиданно. Пора записывать видео. Огляделся. Я увидел себя. Себя увидел меня. Это было зеркало. Рядом лежал Дошик. Дошик увидел меня. Искра, буря, идея. Как мало Дошика и как много приправы. Я взял чайный пакетик. Взял приправу для Дошика. Соединил. Многоразовая приправа готова. Посыпались лайки. Я стал популярен. Решил развлечься. Достал щетку для пупка, но пупок был чист. Соседей по блоку не было. Начал импровизировать. Четко. Лайков стало еще больше. Есть повод побаловать себя. В холодильнике были только пельмени. Но пельменное смузи никто не отменял. Я выжил. Пельмени еще остались. Решил продолжить. Торт из пельменей, пельменная пицца, шашлык из пельменей, пельменная нефритированная. Посыпались комменты. Предложили сотрудничество.
Тебе шавуху можно было взять в кредит. 8-800-555-355. Проще позвонить, чем у кого-то занимать. СМС от девушки. Я обрадовался. От бывшей девушки. Я расстроился. Шучу. Не расстроился. Она хотела вернуться. Стук в дверь. Она пришла. За деньгами. Шучу. За мной. Лол. Куда пропал парень? Скиньте трек. Когда будет новое видео? Какой мрак. Взаимные лайки 5 из 5. Продам идеального кота для одинокой женщины. Кто оставит следующий комментарий, тот неудачник. Пускай я неудачник, но это отстой. Короче говоря, меня бросила девушка. О, стипендия. Я принес, а ты принесла? Чтобы больше такого не было, вы не понимаете, с кем вы связались. Еще раз, и будете иметь дело с кланом общежных теоретиков, ясно? Блин, это не наш! А где тогда наш? Общажных теоретиков. Что музыка дурацкая. Общажных. Я знаю, где он. Run. Другая куница! Mañana will be too late. It's now or never. Let's stop the hate. Peace up, A-Town. Take that and rewind it back. Yeah. Take that, rewind it back.